попросили меня показать, что такое горшки с двойным дном. Они идут у продавцов как с автополивом, ну, это, конечно, условный автополив. Есть вот с такими отверстиями, есть без них. Смысл в том, что вот такой горшок на ножках вставляется фактически в кашпо. Вы можете этот эффект, вот этот, этих ножек сделать путем, например, керамзита, который вы насыпите просто в кашпо и поставите горшок. Будет, в принципе, то же самое. Вот, что мне в них нравится, вот такой смысл, здесь внизу отверстие и в ножках, и внизу, и попадает влага туда. Смысл в том, что если вы будете наливать много, то излишек сливается, и потом постепенно по этим ножкам может подниматься. Но мне кажется, с пеларгониями такой эксперимент проводить нельзя, особенно зимой. Но летом, ну, наверное, можно. И читала еще я такую особенность, что нужно класть на дно этого горшка керамзит. Чтобы в ножках был керамзит, на дне был керамзит. То есть, чтобы не было соприкосновения грунта с остатками воды, которые будут стоять. Ну, если она у вас, конечно, будет стоять.